турнире в Германии, Небельхорн Трофи в Оберсдорфе. Они, кстати, стали бронзовыми призерами. Ladies and gentlemen from Germany, Marie Wartmann and Aaron Van Cleef. Marie Wartmann и Aaron Van Cleef. Была очень серьезная ошибка, падение партнера на параллельном тройном тулупе. Был хороший выброс тройной сальхов. Но вот очень серьезная ошибка. Она, конечно, не позволит им показать максимальный результат. Их личный рекорд в короткой программе 56,7 балла. Но вот вряд ли можно такой грубой ошибкой, как падение, превзойти свой собственный результат. Вот я уже вижу оценки за компоненты. Они где-то в районе 6-6,5 баллов среднее. Ну, конечно, все выступления всех пар, естественно, мы смотрим, сравнивая с китайской парой, и пока никто даже близко ничего подобного показать не в состоянии, потому что Вин Цюи и Кон Хань мало того, что безошибочно исполнили свою короткую программу, так они и в плане хореографии, в плане настроения, в плане эмоций были выше всех своих соперников, выше всех пар, которые мы пока с вами видели. Ну и отсюда вот такая разница
в результатах, потому что у них где-то в районе 70 баллов, а у всех остальных пар где-то в районе 55. Сейчас на втором месте Дэнни и Фрейзер, у них 55,1 балла. 14 баллов пока китайцы у всех своих соперников. Это, в общем-то, вполне заслуженно. балла, но это, так сказать, на результат на их обычном уровне. И вот с этим результатом они, кстати, становятся вторыми, опережая Хавен Дэнни и Брэндона Фрейзера всего-навсего, правда, на 0,07.